Раз, два. Юра, Юра, черт. Тут выходи, Владимир. Да, тихо. Раз, два, три. Внимание. Прослушайте объявление по дому отдыха ветерок. Прослушайте объявление по дому отдыха ветерок. Во избежание солнечного удара врач Иванова настоятельно рекомендует носить головные уборы. Повторяю. Врач Иванова настоятельно рекомендует носить головные уборы.
встречи прозвучат песни и оркестровые пьесы в исполнении советских и зарубежных артистов. Федор Акимович, я вижу, вам жарко. Вы плюньте. Идите купаться. Честное слово. Я на ничью согласен. Идите, мне совестно даже. А вы? Вы на меня внимание не обращайте. Сгоняю вес. Вообще не люблю себя распускать. Угнетаю, извините, свою плоть. Искупаться? Искупаться, искупаться, искупаться. Не мешало бы искупаться. Потащиться-то ведь до озера, лень. Убейте меня, лень. Ну как, Федор Акимович, не жалеете еще, что приехали сюда? Скучно ведь, а? Да? Пожалуй, скучно. Ну ничего, у каждого из нас здесь есть свое занятие. А? Разлениться, поправиться килограмм на 5 и года на 3 помолодеть. Эх, да, это мне все ни к чему. Так вот вам и скучно. Вам шах, Федор Акимович. Ух ты! Альбина, давай скорее! Ну, сколько тебя можно ждать? Все солнце уйдет! Ну, быстрее, быстрее! Ну, давай, давай! О! Ну, мать. Ну, Альбин, ну. Ну, давай скорее, мать. Иду. Ну, скорее давай. Ну, быстрее, быстрее. Пополнить-то в домах отдыха принято. Почти каждый считает долгом чести поправиться. Потом приедет домой кичиться. Неприлично даже такое чувство, как будто люди специально приезжают отъедаться. Ну, пожилым, ответственным, но девушкам заплывут, обленятся. Безобразие. Вот это как я? Вербова. По-моему, имеет такую тенденцию. Кстати, как вам она, Федор Акимович? А? Что, Вербова? Вербова, Вербова, Вербова. Это что, которая вся в ситцах щеголяет, да? Да. Да как вам сказать?
Ну, скончил дурацкий, не знаю, что с ним делать. Хорошенькая, колоритная даже в определенном жанре. Но лично я ничего особенного не вижу. Она мне, знаете, кажется, как-то слишком. Не даже есть что-то такое отталкивающее. А? Впрочем, я не знаю, может, у вас на этот счет есть особые мнения? Да, да, именно что-то отталкивающее. Я тоже сразу заметил. А ведь далеко не красавица, а? А заметили, как держится? Прима-балерина. Понимаете, сегодня утром идем в столовой. Она впереди идет. Угу. Ну, тут шутки, намеки, аллегории специально. А она, видите ли, плечиком была так. Как была? И свернула в сторону. А ей надо было прямо, понимаете? Я терпеть не могу заносчивых женщин. Это вредное явление. Парадокс, если хотите. У нее, по-моему, глаза зеленые. Вы не заметили? Меня такие не интересуют. Я не люблю таких. Шах. Федор Акимович, я бы сказал, во внешности этой самой Вербовой все несколько утрировано. Приятно, конечно, когда нос чуть вздернут. Ну, чуть. Приятно же, Федор Акимович. Не знаю. У нее ж слишком, как у куклы. А вы ее представьте через 20 лет. А? Старуха, представьте. Ужас. Ну. Того и гляди, сядет на метлу. Или дерево начнет грызть. Вот так вот, милый мой. Да, да. Вчера вечером, ну, когда здесь все собрались поболтать, она 2 часа просидела в библиотеке. Скажите, что там так долго делать женщине, а? Учиться. С ее внешностью только учиться. Это единственный выход. Она, говорят, диссертацию пишет. Для женщины это вообще последнее дело. Я не могу. А? Вот она. Полюбуйтесь. Сейчас скажу ей какую-нибудь дерзость. Нет, это я скажу ей дерзость. Шахматы в такую погоду? Вы чудаки. А вы... А я иду кататься на лодке. Возьмите меня с собой. А меня? Я гребу, как пират. Да? Ой, я взяла бы вас, но меня там ждут. Уже лодка взята. Счастливо. Thank you.
Приготовьтесь, товарищи, к ходьбе на месте. Вдохните шагом марш! Сегодня в некоторые упражнения внесем изменения. Исходное положение для первого упражнения. Ноги вместе, руки опущены, мышцы расслаблены, голова наклонена вперед.